Найду, короче, долбоеба, залечу от него. Он возьмет меня в жены и будет работать целыми днями. Я буду сидеть и играть в доту. И, короче, делать вид, что дохуя домохозяйка. Но я как бы полчаса пылесосом, там, обед в мультиварке. Я вообще-то заебись, дохуя делаю по дому. А потом, когда он начнет подозревать неладное, я просто ржу ребенка. И не факт, что от него. Он опять будет думать, что я целыми днями сижу, что делаю с ребенком. Ну а я в доте тем временем. Начнет уебываться, разведемся. И он будет платить мне часть своей зарплаты в ближайшее.